2 декабря пришла не только календарная, но и климатическая зима. К снежному циклону коммунальные службы Минска были готовы. С самого утра снегоуборочные машины очищают снег и обрабатывают дороги. Задействовано 28 единиц техники. Это щетки на базе МТЗ-82 и пескоразбрасыватели. Также задействованы люди в количестве 218 человек. В первую очередь обрабатываются, чистятся пешеходные связи, крыльца. Используется песчано-соляная смесь, которая не вредна для обуви. Также дополнительно у нас используется техника снегоразбрасыватели, ветродувки и рейдера кускварных. Это малогабаритная техника, многофункциональная, которая позволяет очистить пешеходные связи намного быстрее, чем люди. Помочь коммунальным службам в уборке снега может каждый желающий. Места выдачи инвентаря смотрите на сайте ЖКХ своего района.